Привет, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. И я сейчас нахожусь в горке город, горнолыжный курорт. И обратите внимание, какая здесь красота. Мы находимся на высоте больше 2000 метров. И посмотрите, вот этот вот обзор. Это шикарные горы, покрытые белоснежным снегом, как пуховым одеялом. И очень красиво лазурное небо. И здесь можно увидеть людей и одетых, и в купальниках, и на лыжах, и разных-разных возрастов. Уже со многими познакомилась, подружилась, настроение великолепное, очень весело, здорово, классно. Красота, погода отличная, передавали, что будет дождь. Ну вот, наверное, природа, погода, путешествия меня очень любят. Потому что, когда приезжаю, всегда классно. Там, где я, там классно. Вот некоторые говорят, хорошо, где меня нет. Ребята, хорошо, где я есть. Поэтому присоединяйтесь к путешествию. Пока-пока.